Госуслуга в одно касание. Оплатить покупку бесконтактно, получить справку онлайн. Для современного человека подобные действия давно уже не роскошь, а обыденность. Не стоит на месте и социальная сфера. В фонде социального страхования представили мобильное приложение «Социальный навигатор». Как посчитать размер больничного, какие пособия полагаются семьям с детьми и чем поможет государство людям с инвалидностью. Обо всем и даже больше подробно рассказывает навигатор. Об устройстве приложения подробно рассказали на круглом столе фонда социального страхования. Что можно сделать сейчас в социальном навигаторе? Это рассчитать размер выплат от пособия по временной нетрудоспособности до декретных выплат, узнать о возможных способах подачи документов для получения услуги, получить информацию о положенном санаторно-курортном лечении инвалиду, льготнику или пострадавшему на производстве. Новый сервис работает в тестовом режиме и дорабатывается. Еще один сервис, который разрабатывают в фонде, это открытый контракт, благодаря которому можно ознакомиться с информацией о закупках. Упростилась процедура и оформление санаторно-курортного лечения. Льготники могут обратиться в многофункциональный центр. Буквально 26 августа было подписано соглашение с МФЦ. И заявление, и весь пакет документов можно подать через любое отделение МФЦ. Они раскиданы на всей территории Ульяновской области, в каждом муниципальном образовании они присутствуют. Поэтому можно любому получателю государственной услуги обратиться не только в наше отделение, да, и в наше представительство, а в многофункциональный центр за предоставление государственной услуги. На мероприятии рассказали об информировании страхователей через почтовую рассылку. Главная цель подобной меры – повышение сбора страховых взносов. По словам сотрудников, практика показывает, своевременное оповещение помогает избежать подобных негативных последствий. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.